Слушайте все. Я на месте сбора. Пора нам спасти Бету и Гею. Поняла, Элой. Мы уже в пути. Элой. Где остальные? Неподалеку. Наш умник не вынес путешествие в компанию. Все уже здесь? Тогда начнем. Туннель. Древний эвакуационный выход. Из руин на острове. Когда я поняла, что он идет на материк, то подумала, что будет полезно иметь личный вход. И скрыла его от остальных. Пошли. Хотелось бы, чтобы путь на базу не был таким пахучим. Согласен. Стартовый комплекс там. На площадке укрытий мало, поэтому пройти сможем только здесь. Комплекс охраняют призраки. А в случае тревоги из ангаров еще появятся. Ясно. Альва и Катало, идите. Куда это они? По важному делу. Эрент, ты со мной. А вы займите высоту для огневой поддержки. Звучит весьма разумно. А она что? Рядом сенсорный узел. Если я его взломаю, то смогу обмануть сеть и помешать им вас засечь. Но ненадолго. Тогда приступим. Еще одно. Свяжи меня с Бетой. Только звук. Элой. Мы здесь. Идем тебя спасать. Ты же знаешь, что делать. Главное, вы сделаете свою часть. Сделаю. До встречи. Береги себя. Идемте. Беги к пусковой вышке как можно скорее. Я постараюсь скрыть наше вторжение. Там враг! Давай за мной! Так я и делал! Покажем железяка! Будем здоровы! Ради этого я и пришел! Самое время!
Думаю, ты прав. Что-то нашла? Да. Я думаю, выше есть пещера, идущая сквозь хребет. Теперь наверх. Надо идти дальше. В рюкзаке что, железные бруски? Элой, мы с Альвой подходим к регулятору. Держи в курсе. Как тут жутко. Не бойся, я тебя спасу. Может, вылезем уже из пещеры. На этом острове много мертвых машин. Мы перебили немало, когда приземлились. Их останки могут тебе пригодиться. Прости, Эрент. Еще один призрак. В обход или в лоб? Решай. Начинаем бой. Ну, продолжим. Прятаться не будем! Ты знаешь, куда бить? Спасибо за помощь. Но, похоже, неплохой стрел. Лучше любого озера. Уже устал? Ага. Да! Долой эти заросли! Стебли меня пропускают. Прошу. Вот, кладу еще. Это поможет! Эти призраки – достойные враги! Мы с ним справимся, Элой! Иди дальше! Вот теперь им бой!
Мы переберемся по корпусу буревестника. Я их ненавижу. Но лучший буревестник — дохлый буревестник. Помнишь старые добрые деньки, когда мы считали, что в опасности только Меридиан? И не переживали за весь мир. О, да. Славное было время. А, еще признак. Атакуй, если... И пиво! Кислота! Пары в глаз попали! Найти дальше. Ага, какая она есть. Кажется, это все. Одной мере. По крайней мере, тут. Поспешим. Сюда, на эту скалу. Вперед, идем. Нам нужно пробраться за этот угол. Я постараюсь, Нина. Я вижу впереди путь. Не стой! Спешу изо всех сил. Ты в порядке? Вроде. Ты стреляешь, как Утару, Элой! Да сколько же еще здесь призрак? Больше, чем мы сможем победить за один бой. Так им и надо! Живи и убивай врагов! Гляди, чтоб на тебя не попал! Вот это готово! Похоже, у остальных все под контролем.
Покончим с ними! Вперед! Нам наверх! Элой, мы с Альвой на месте. Давайте, взрывайте установку. Сейчас только запалю заряды. Альвы и Каталла справились. Теперь очередь Беты. Элой, у нас тут проблемы. Ты собиралась остановить призраков в самое время? Это не от меня зависит, а от Беты. Нужно только подождать. Но ждать мы не можем. Идем. Надо попасть в стартовый комплекс, пока не началась бойня. Трюк у тебя получился хитрый, но ты снова выпустила Гефеста на свободу. Он без сомнения вернулся в сеть котлов. Один раз поймали, поймаем еще раз. Или, может, даже придумаем, как заменить его. С базой данных Аполлона... Та скала станет нашим мостиком наверх и вперед. Ясно. Не все призраки сражаются с нашими машинами. Ну да, иначе было бы слишком просто.
разбомблю кислоту и потом добью. Давай, пора идти. Нашла. Пару деталей. Сюда. Прыжок. Изучим все потом, ладно? Кажется, направо. А тут налево. Можешь пройти к пусковой вышке через ангар. Я тоже иду, там и встретимся. Ангар поврежден, но я вижу вход. Быстрее, Элой! Еще один. Потом трофей заберем. Это поможет. Во имя десятых! Кислота делает свое дело. Вот это! Отлично, ребята. Вперед! Только тех на дрянь.
Вперед! Бежим! Сюда, демон! Вот моя обещанная смерть! Беги! Пусть Регалла найдет мир в цикле жизни. Да, Брус. Уж мир-то ей точно не нужен. Зато она погибла, как сама хотела, а не по твоему указу. Забини. Такие детали неинтересны. Жестко. Ты уверен, что ты не Зенит? Элой, было непросто, но Катала доставил меня до сетевого узла. Подключаюсь. Отлично. Мы почти у вышки. Понятно, кто устроил тот переполох. Звёздочка тихо. Сайленс, тут зениты. Ты можешь отключить щиты? Да, запускаю. Стой смирно. Это бессмысленно. Мы неуязвимы. Поймите, вы вредители, проползшие в щели в нашем подвале. Сайленс! Терпение. Но я пощажу вас, если отдадите Тильду. Думаю, можно смело сказать, что она перестала быть частью нашего общества. Сейчас. Нет? Молчите? Ладно. Что ж, ребята, пристрелите! Нам что, стоит испугаться? Легкостью подготовит челнок к взлету. Тогда он поднимет Бету и Гею на орбиту, а потом на Одиссею, где нам их не достать. Мы пойдем туда. Других вариантов не вижу. Пробьем себе путь. Готовы? Мой.
Надо забраться на вышку и освободить Бету. Элой, мы... Умри, железная погонь! Прошу прощения. Мы справимся, если Альва поторопится. Я уже почти в сети. Постарайся изо всех сил. Так, подъемник. Хорошо. Что у тебя его нет. Хотел бы я забрать тебя с собой. Бежала, мышка! Я тебя прикончу! Элой, слышишь меня? Я спешу на помощь! Надо только найти вход! Уже почти все. А я почти забыл, что это такое боль. Теперь повеселимся, да? Ты в порядке? Буду. Со временем. Беги. Спасай сестру. Я найду остальных и прослежу, чтобы все выжили. Это было. Элой, Джерард активировал самоуничтожение принтера конструктора. Он возвращает контроль над системами. И над подъемником? Боюсь, что да. Он закрыл доступ к верхнему этажу. Дальше придется лезть. Мне пора. Я близка к цели.
внизу все живы-здоровы? В основном. Мы разбираемся с последними призраками. А что с зенитами? Похожие мертвы. Зо сказала, ты прибила Эрика. Отлично. Да. Спасибо. Ну что, остались только Тильда и Джеральд. Элой, ты там? Слушай, я проникла в сеть, но только на минуту. Потом все вырубилось. Я нашла полетные планы и траектории движения. Будто зениты хотели улететь с Земли. Но это бессмыслица. Да. Но это не все. В файлах я нашла много упоминаний чего-то под названием Немезида. Что бы это ни было, зениты его боятся. Альва? Альва! Что тут происходит? Может, Бета поможет мне разобраться? Если она жива. Ты в порядке? Слушай, я знаю, что тебе досталось, но ты должна помочь мне попасть в сеть Зенита. Мне нужны их данные, все, что связано со словом Немезида. Ладно. Туда. Системы всей базы упали, так что я прорвусь через защиту. Это что-то в далеком космосе. Следует за зенитами на Землю. Смотри, векторы побега. Вот что хотела сказать Альва. Зениты не планируют тут оставаться. Это какая-то машина? Или целый рой, энергетический след? Колоссальный. Элой, мне кажется, колонию на Сириусе уничтожило не стихийное бедствие, а эта штука. Земля для них не новый дом, а остановка на пути. Они в бегах. Вы времени не теряли. А ты мне соврала. Что такое Немезида? Это мы. Сознание дальнего зенита. Точнее, их неудачные копии. На Сириусе некоторым моим коллегам бессмертие показалось маловато.
Они хотели выйти за пределы тел. Загружать сознание в любой объект. Природный или механический. И Немезида была неудачным опытом. Забытым, но не стертым. Огромную базу наших воспоминаний, эмоций и предрассудков бросили гнить. И она уничтожила колонию? Мы поняли, что она обрела сознание лишь когда она сбежала. Она знала про нас все, что ей было нужно. Протоколы защиты, характеристики систем, коды перехвата. Она взломала все в доли секунды. Захватила все принтеры-конструкторы и смогла создавать любые машины, чтобы нас уничтожить. Зачем? Представь, что ты много лет сидишь в заточении, а рядом лишь тысячи безумных голосов. Она ненавидела нас за то, что мы ее бросили. Теперь она готова на все, чтобы убить нас. И не позволит, чтобы Земля стала нам прибежищем. Сигнал истребления, пробудивший Аида. Его послали не вы, а Немезида. Наконец-то ты поняла. Сигнал не сработал, и она покинула Сириус довершить начатое. Поэтому мы должны сбежать. На любую планету, к любой звезде. Туда, где она нас не найдет. С Геей. Чтобы построить там новый мир. План таков. И сейчас. Земле конец, Элой. Немезида убьет все, чтобы лишить своих создателей дома. Но мечта Элизабет будет жить. Летим со мной к звездам. С Геей мы создадим новый мир. Там, где это чудовище никогда нас не найдет. Что? Нет. Я любила Элизабет. Сильнее, чем ты думаешь. Я оставила ее погибать вместе с остальным человечеством. Об этой ошибке я жалела тысячу лет. А теперь она снова передо мной. Не какая-то жалкая копия, а самая настоящая. Это не просьба. Ты летишь со мной. Это жестоко, но через пару веков ты меня простишь. Ты меня не заставишь, Тильда. У тебя нет щитов. Есть кое-что получше. Призрак главный. Сюда. В укрытие! Беги к двери! Сдайся, Элой. Тебе не победить. Против молнии! Сначала просканируй. Потеряла детальку. Намного больше.
Я знала, что ты не хочешь мне зла. Почему ты не оставила мне выбора?